В Европе резко осложнилась ситуация с беженцами. Несколько часов назад в Дрездене в лагере для мигрантов произошла массовая драка между сирийцами и афганцами. С обеих сторон в беспорядках участвовали по 50 человек. В ход шло все, что попадалось под руку, от кусков забора до ножек кроватей. Наравне с мужчинами отношения выясняли и женщины. Ранены 8 человек. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Тем временем австрийским властям пришлось и вовсе закрыть лагерь, расположенный недалеко от столицы. В ООН его признали опасным и негуманным. Там содержались почти 5000 человек, что втрое больше положенного. При этом загруженность лагерей растет. По некоторым данным, за этот год она увеличилась вдвое.